Сегодня на базе Красноярского бизнес-инкубатора прошла очередная презентация детского технопарка. Школьникам показали опыт и рассказали о нанотехнологиях. В частности, дети смогли наблюдать за поведением магнитной жидкости под воздействием электричества. А также изучили эффект поверхностного натяжения жидкости. В апреле проект детского технопарка получит новое развитие и собственный дом. А пока школьники могут бесплатно поучаствовать в образовательных программах, посвященных нанотехнологиям, робототехнике, энергетике и другим направлениям современной науки. Занятия ведут преподаватели вузов. Познакомиться с расписанием можно на сайте kritby.ru. Мы не стараемся там дублировать в какой-то степени школьные программы, да. Мы как раз стараемся преподать детям такие надпредметные знания, то есть которые там не входят только в один курс школьного какого-либо предмета. Мы стараемся использовать взаимосвязи нескольких областей знаний. Прежде всего, конечно, связанных с научно-техническим творчеством и естественно-научным.